с друзьями в Ярославле. Это снова я. Самый лучший рэп — это тот рэп, который записан в Бежице. Вот и все. Танцуют, девочки, мальчики, танцуют. Раз, два, три, парарам. Это «Рынок любви», новый альбом. Будет. Сегодня выступаем скоро с треком «Полотно любви». Да, новый трек. Ждите, ребят. Ждем, ждем. Ждем. Мы ждем. Академия, дайте Оскар, я тот самый кумир подростков и 90-х, честно. Я не сошел с ума, я сошел с обложек двери, честно. Иконам похуй, что носить и чем питаться. Меняй джинсы на велюр, спирт и коноплю, воркаут плюс на Air Max. Это 2017 мой год, время выйти из тени в топ. Вот это называется ярославская движуха, я вам сразу говорю. Вот люди, людишки, да, вот девчоночки тут ходят. Эти. Вот, собственно, я вам реально говорю, я врать не буду. Все, запомни. Пошли и загасили, суки, встань. Мы не загасили. Я задала по всем, короче, тут пора, короче, тупо. Молодцы, ребята. Какая погода прекрасная. Так прекрасно, когда дети несут деньги. Праздник удался, ребята. Ничего себе! Пацаны, мне жалко, нет? А у нас нет. А где принц? Нелегально идет. Факсы полис. Хочу поделиться своим жизненным опытом. Советую вам больше путешествовать, да, в разные города ездить, заниматься скейтбордингом, и тогда вы будете здоровы. И секс. Ну это можно не вставлять.